Привет всем хорошим людям. Слава Украине, живи Беларусь. Друзья, как ваша суббота? Дмитрий Анатольевич Медведев провел пятницу идеально, потому что он сегодня проснулся. И в перерывах между переходом в состояние воскресенья написал пост: «Мы будем воевать до конца, и Россия прирастет еще огромным количеством новых территорий». Ну и дальше вы же понимаете, он плавно перешел с пятницы сразу в воскресенье, больше его не видно и не слышно. Но я вам хочу показать несколько видео, которые касаются пропагандонов, что они качают по телевизору. Есть одно очень сложное видео, где на оккупированных территориях орки проводят собрания с учителями, и где очень гневно жалуются и расстраиваются, почему же дети из Украины не хотят вставать под русский гимн, не хотят учить историю России, а еще спорят, потому что они знают историю Украины. И они делают все возможное, чтобы этих детей перевоспитать и любить Путина. Ну, это сложное видео, но в конце будут обязательно два веселых, которые вам поднимут настроение. Ну, начать бы я хотел с темы Беларуси. Знаете, их диктатор на 2 дня, у него свои выходные, он лечится, его... О нем не слышно, не видно. Он объехал очень много свинарников, конюшен, коровников. Все, на этом его международная программа закончилась на этой неделе. Но вдруг прикрытые блогеры начали на весь интернет прославлять яйца Лукашенко. Кляться им в любви, рассказывать, что весь мир должен переехать жить в Беларусь, и у всех тогда появятся такие яйца. Это достаточно сложное видео для белорусов, но никуда не деться. Лукашизм в рекламе яиц Лукашенко. Поехали. Конкурентов везутся, белорусские от яиц рвутся. 3,71. Коровы дают. 3,17. Масло топится. 24,21. В Беларуси лучшая продукция производится. Знаешь, что самые крутые яйца? Приезжай в Беларусь, они у тебя появятся. Раунд. Макс, яйца, яйца. Кремень. Как вы думаете, друзья, глубже они лизнули диктатору, чем Озаренок с мукозводчиком, или нет? По-моему, у Озаренка появились прямые конкуренты. Дальше я вам хочу показать начинающего имперца пропаганды. Ну и потом мы перейдем к профессионалу. С точки зрения выполнения задач спецоперации, а именно денацификации, демилитаризации, вот, нам нужно брать Украину полностью. Причем это государство не может управляться самостоятельно. Мы это видим. Зеленский постоянно там на Западе, в Вашингтоне, еще где-то запрашивает помощь, ему ее дают. Я считаю, что нужно присоединять Украину целиком. А для этого нужно захватывать полностью до Львова и проводить принудительную зачистку. Как было при Сталине, скажем, там он выселял чеченцев и прочих, да, а здесь украинцев, кто не хочет, не разделяет ценности, дуйте на Запад. Ну, часть уже уехала, скажем так, да. Остальных либо восстановить хозяйство, которое сами же разрушают, правильно, на юго-востоке, в Донбассе, в Луганской области, да даже и в наших областях, там, Белгородская, Курская, а кого-то направить на Колыму. Не избежать ее, этой второй волны мобилизации. Иначе задачи не решить. Либо китайцев привлекать, чего нам не хочется. Друзья, вот эти любители переселения народов выходят постепенно в эфир и набирают обороты. А сейчас я вам покажу вкратце тех, кто уже в эфирах. Я напомню, украинская армия оккупировала часть российских регионов. Город Херсон русский оккупирован хохлами. Ну, профессор пропаганды, в отличие от того седовласого студента, дальше рассказывал, что зачем мы врем людям? Зачем мы им рассказываем? Демилитаризация, вот эта денацификация. Зачем этот бред? Хватит. Ну, уже 1.5 года войны. Ну, давайте скажем всем открыто, правильно, чтобы все понимали, за что воюем. Мы должны захватить новые территории. А принцип дальше тот же самый. Всех переселить, либо всех уничтожить. Все. Нам нужны новые территории. Мы без этого жить не можем. Россия погибнет. Потому что развиваться у себя мы не хотим. Наше лучшее развитие – это война. Я хочу показать видео, которое, в принципе, главное, наверное, будет сейчас в этом выпуске. Это отчет учителей на оккупированных территориях в Москву. Как себя ведут дети, которые не хотят жить
под оккупацией. Вы должны понимать, что мы делаем сейчас все возможное, чтобы воспитать нормальных русских детей в школе. У нас постоянно звучит русский гимн, мы увеличиваем количество этих уроков патриотизма. У нас много, большое количество уроков по русской литературе и истории. Но дети отказываются, некоторые прогуливают уроки. Есть те, которые... Вот у нас был случай недавно зафиксирован, когда детям младших классов... Немножко, буквально 2-3 человека в одном классе не встали принципиально на гимн Российской Федерации. Мы вызывали родителей, говорили с ними. Дети в старших классах, они очень задают провокационные вопросы учителям по русской истории, потому что они еще знают, что такое история Украины. Понятно, мы убрали это уже давно со школьной программы, но все равно. И мы пытаемся улучшить качество образования в области у нас, но... К нам приехали недавно учителя с Дагестана и Бурятии. И тут, конечно, есть проблемы, потому что качество образования оно сразу ухудшилось. У нас дети жалуются, они не хотят ходить на уроки. И чувствуется, что нет еще этого уважения к учителю. Сейчас будем общаться с их родителем, потому что надо повышать этот весь уровень. Как-то искать новые подходы к детям. Пока вот работаем над этим. Друзья, я думаю, после такого видео можно написать в комментариях все, что вы думаете об этих освободителях. Они же прибегают к нам на канал, читают, язвят. Пусть о себе почитают правильные вещи. Следующее видео, которое я вам хочу показать, это если вы общаетесь с орком публично в медиапространстве, как правильно заканчивать диалог, чтоб было хорошо орку. А ты откуда вообще? Я из Украины, а вы откуда? Мы... Да подожди, Вован, блядь, отойди. Да ты тихо, тихо. Что? Мы крымчане. А с какого города из Крыма? Симферопольский район. Блядь, да подожди, не так-то надо было нахуй говорить. Тихо, тихо. Новая 22. Слышишь, Вовчик, а что у вас даже ПВО есть? Представляешь, оно вот как раз от меня, полкилометра. У меня все есть. Нам уже позвонили. Нам уже предупредили. Что? Чтоб номер телефона вообще не давали. Слышишь, а ну скажи мне, а ПВО действительно по адресу, как вы мне сказали? Нет. Че, ебанулась, что ли? Мы, хочешь, мы свои все... Друзья, поэтому если вы случайно вдруг общаетесь с русскими даже по телефону, самое главное правильно закончить этот разговор на позитивной ноте, поблагодарить его за предоставленную информацию. Ну и хороших людей больше, тут нам привет из Грузии прилетел. Украина встречает для вас, ребята! Ты ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума розуму спіла, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Гей, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума розуму спіла, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела.